такая вот эта тунья. Ну, это шкурка у лопатки, это черешок у лопатки. И вот, ну, чтобы научить шить, это надо учиться. Показывать будут. В лагере не так. Так, на скамейке все сели. А тут никого не слушался. Внимательно слушай. Учить тебя никто не будет, тебя никто не звал сюда. Вот так. Вот это иголка называется. Вот это нитка. Повторить. Иголка, нитка. А он говорит, преступник, он вообще ничего не работал. Он вор в законе, сделай тебе закон. А он стоит, а рядом там такие амбалы называются, толстоморды. Так, смотри. Вот так и заправляем. Вот это называется фуфайка. 21 фуфайку за день должен выдать. Да ты одну не сошьешь. Учеба началась. Нитки вот где. Мастер вызывает. Вот сюда вот это нажмешь. Ножная машинка. Вот это электрическая, когда тебе нужно. Пуговки вот так пришаются. Понял? Понял. Так, начинаем шить. 15 минут. Все. Портной готовый. А он не знает. Он видит, так этот подходит вот так вот, разворачивается. Этот палка. Тебя подлог. Кто звал сюда пришел ты? Сейчас согнулся. Ты как? И все. И пошла, поехала. Так. Ты не понял еще? В две смены сегодня работать будешь. Все кончилось. Он понял, здесь игры никакой нету. Идет начальник. Начальник идет. Обязаны все шапки снять. Мороз, пурга. И поклонись. Добрый день, гражданин начальник. Гражданин, товарищ нет. Гусь свиньи не товарищ. Ты свинья, я гусь. Я гляжу, здоровый там Дулутбаев был. Он идет у него так, в карманах что у тебя лежит? Я сказал, что лежит, ты обязан вот так вот подол завернуть из этого фуфайки-то. И скорее из кармана вот так вот все вытаскивать и положить. Что у тебя есть-то? Все. А он и не заметил, он его сгреб и дальше бьет, его пинками его повалил и да. Черешок лопаты. Вот главное оружие. Так, легли спать, не курить. В казарме не курить. Все слышали, все. Окна будут выбиты, мороз, тебя подло научат. А я не могу без курева. Сказали, не курит, ребята, здесь шутить не будет. Он под одеялом, ну а дым-то куда, из-под одеяла вылез. Так, кто-то курил? Молчок. Курил кто-то? Никто. Он подходит и бьет по окну. Второе окно разбивает, третье. А теперь-то курил-то один, а их 300 человек. И теперь-то все его сразу нашли, кто курил-то. Теперь от него кисель сделают. Кто может, кто сапогом бьет, кто кулаком, кто чем. Он из него сделает, ребра не найдешь. Ты понял, нет? Поэтому ты учись как положено. Ко мне подходит, а он у меня уже знает. Счет у тебя, батюшка, карман этот, как пузырь раздулся. У меня карманы так. Я вытаскиваю, просфоры большие тут у меня. А счет это просфоры, он забыл, что. Просфоры это освещенный хлеб и ядер. Так еще что? Посмотреть можно, я говорю, трогать нельзя, вы курите. Ну ладно, так сам покажи. Там внутри ничего нету в просфоре, я говорю, нет, нету. Вот и маленько дома оставляю, так съедят эти, другие-то. Своруют и не найдешь. Ну ладно, я иду, у меня вот, видишь, как сейчас. У меня все в карманах, рукавички здесь. Все надо. Понял? Вот все. Сказали, предупредили всех. 700 человек. Вот с этим человеком со мной, чтобы никто не разговаривал. А он подошел, а я-то не знаю про это. Я с ним, он спрашивает хорошие вопросы, божественные. Потом вижу, нет, он приходит, идет вот так вот, и же отец Игнатий, как бьют сильно, как бьют за то, что я разговаривал, его там били. И там сварена вот такая большая клетка, с него снимают в одной рубашке, зима. Она сварена, к земле там закопанная арматура. Не вылезти ничего, он как зверь сидит. Вот до утра будешь сидеть. И он теперь там бегает. Мороз, холод, у тебя легкие будут больные. Тебя никто не касается. Чем раньше сдохнешь, тем лучше. Ты понял? У меня ни одного наказания не было. Не только потому, что меня КГБ охраняло. Это КГБ нужная организация. А почему она нужна? Меня охраняла. Меня посадили, они меня охраняли. Приехал майор из центра, из Жамбула, и сказал, этого человека не трогать. Всех избивает, а меня, вот эти среди в красный уголок, там журналы посчитаю пока. Бьют до уровня головы, вот эта стена, все кровью забрызгана. Там играть не будут. А ну, я не могу идти, пойдешь.
Я там то за ноги его гляжу, волоком тащат. Строй идут, а этого за ноги волоком тащат. Стой! Еще неделю тебя не будет там. Ты сделай все, как должно быть. Ко мне подходят. Ну а вы кем будете здесь? Ну какие там, ну, разные это. Я кем? Я заключенный. Ну это так понятно, отец. Ну, наверное, работать будешь я. Ну как не работать? Обязан. Значит, запишите, мужиком. То есть я мужик. Признанный мужик официально. Я должен норму давать, кормить этих начальников, чтобы всем хватало где-то. Мужик, это у них самая большая, допустим, на 700 человек, ну там 680 мужиков. Но остальные там бывают там такие, которые, а я не буду там, заставят. В армии так, говорит, не умеешь, научим, не хочешь, заставим. В армии тоже учат, не думай. И поэтому ты смотри, как вот сидят. Она подняла палец, ты сразу, ага, шо. Второе, бегом назад. Смотри, как другие работают. Все поняли? Да. Да. Так, скорее выходим, выходим. Да, вот, не задерживаемся. Как я сделал все. Вы отдельно поедите дежурные шапочки, не запачкать. Благодарим тебя, Христе Боже наш, яко насытился нас земных твоих благ. Не лиши нас и небесного твоего царствия, но яко посреди учеников твоих пришел и спаси мир, да я им. Приди к нам и спаси нас. Аминь. Слава Твоему Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Когда у тебя доступно, так начинай кланяться тоже. За молитву причистоти Матери всех святых Твоих. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Милостивый Господи, спаси и помилуй раб своих, милующих и питающих нас, и подающих нам милостыни, заповедавших нам молиться о них. Всех вопиющих тебе, страждущих, болящих, скорбящих, томящихся в вузах, тюрьмах, психиатрических темницах за слово Твое святое, вдов, нищих и сирот, священство, иночество и всех христиан, избавив их от скорби всяких гнева и нужды, всякие болезни душевные и телесные, и прости им всякое согрешение, вольное и невольное, душам нашим полезное сотвори. Боже, милостив будь мне грешному, создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Сейчас подойдете и скажете, спаси Христос поварам и накрывающим напротив повара. А остальные девочки собирайте, сейчас пойдете пасти. Сейчас собирать вам будем. Рюкзак, Володя, дай там какой, сумку, воды налить. Спаси Христос поварам и накрывающим. Все, маленько разойдите чуть-чуть. Вот, сегодня. Кто дежурный у них? Ну, вообще-то сегодня... А тут что? Азбука для глухонемых? Кто у нас? И что тут написано-то? Кто изобрел мобильный телефон? Мартин Купер. О, это чтоб все знали. Кто изобрел интернет? Тим Бернерс-Ли. Кто президент России? Путин Владимир Владимирович. Кто премьер-министр России? Медведев Дмитрий Анатольевич. Кто губернатор Алтайского края? Карлин Александр Богданович. Дети должны все знать. Дежурная. И что? Писать меню. Меню что уписали? Меню тоже писали. Меню. Что ели? Все указать. До винегрета. Так, Володенька, помоги теперь собрать детей. Володя. Поищи сейчас мне, где что. Бутылку. Пасти пойдут. Положить по одному прянику на всех.